Насколько чистыми будут выборы и прозрачными, это же зависит не только от указаний власти, а от сложившейся практики на местах. Люди работают так, как умеют работать. Иногда даже без какого-то особого злого умысла, злого намерения. Предельная детализация и инструктирование выборного процесса создают такое количество требований, которые непроизвольно будут нарушать. Просто если вот вам расписать, под каким углом какой шаг где сделать, вы не сможете все соблюдать. То, что элиту менять надо, надо, но я не уверен, что это можно сделать на данном этапе путем выборного процесса. Потому что для того, чтобы путем выборного процесса ее сменить, надо иметь сформировавшуюся контрэлиту. А мы, с одной стороны, имеем контрэлиту в виде думской оппозиции, достаточно такой неэнергичной, а с другой стороны, в виде элементов игровой уличной истерии, от которых вообще, дай бог, держать любые органы власти подальше, потому что они будут заниматься истерикой и саморекламой, а не управлением. Поэтому